25 и 26 ноября состоялся конкурс «День атомных городов». Как и в прошлом году, интеллектуальное состязание прошло в видеорежиме. Среди 21 команды участников, в состав которых вошли представители городов присутствия предприятий «Росатома», была и команда Смоленской АЭС. К работникам атомной отрасли, объединившихся под названием «Тритысячных», присоединился и глава Десногорска Андрей Шубин. Мне все понравилось. Ну а атмосферу, которая царила в зале, соответственно, на экране, вы видели сами. Все были воодушевлены, горящим взглядом, вот, и, соответственно, желание победить. За два дня команды сразились в двух турнирах – «Атомная разминка» и «Атомные знатоки». Эрудиты отвечали на вопросы организаторов и команд соперников, проверили себя в знаниях современной музыки и известных личностей. Но основная часть вопросов была посвящена истории атомной отрасли и ее будущему. Вопросы требовали все от знаний в разных областях и, соответственно, разных компетенций. А поскольку команда у нас сбалансированная, каждый обладает определенным своим набором знаний, то есть командная работа, я считаю, даст высокий результат. День атомных городов входит в социальный проект «Росатом вместе». Конкурс существует для связи работников атомной промышленности с жителями атомных городов. В турнире «Атомные знатоки» десногорская команда набрала 32 балла за 6 раундов и оказалась на 12-м месте. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.